А в девятиэтажном доме по улице Гаврилова произошел пожар. Обошлось без пострадавших. Подробнее расскажет наш корреспондент. Возгорание случилось на балконе одной из квартир. Горели окна и сложенные на балконе вещи. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Хозяин в момент возгорания спал, но, почуяв запах дыма, проснулся и покинул квартиру. Его примеру последовали соседи. Ликвидировать пожар прибыли 9 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сама ликвидация пожара происходила в двух направлениях. Сразу необходимо было ликвидировать загорание между мансардой и балконом первого этажа одной из квартир, а также необходимо было проветрить первый подъезд девятиэтажного жилого дома, потому что очень сильное задымление. Укротить стихию удалось за 20 минут. Предварительной причиной возгорания спасатели считают окурок, брошенный с верхних этажей. По факту происшествия ведется следствие.